Дети России, Надежда Детинятина. Много народов в России живет, но он вершинам отчизну ведет. Единство народов – сила страны. Дети России, дружбы сильны, язык порой разный, разная вера. Мы стали для всех образцом и примером. Дети России дружны с детских лет. В этом, пожалуй, наш главный секрет. Общие игры у нас и забавы, общая школа и общее право, общее солнце, земля, где живем. Учимся вместе и вместе растем. Много нас разных, затонных, веселых, светлых и темных, красивых, здоровых. Множество вместе дорог будет пройдено. Край у нас общий и общая Родина. И чтобы Россия могла процветать душой и сердцем, должны мы понять, что мир от отцов там достался в наследство, а дружба для мира важнейшее средство.